Ну, e-learning, насколько мне известно, он уже 2 года реализуется, около 600 организаций уже охвачены. Это не только школы, но и организации технического и профессионального образования. Когда мы начинали про это e-learning, мы приглашали наших южнокорейских коллег, чтобы они оценили состояние информационно-коммуникационных технологий в Казахстане. И они сказали нам экспертное заключение о том, что Казахстан отстает от Южной Кореи на 16-18 лет по развитию. Поэтому, естественно, нам, внедряя e-learning, надо двигаться очень быстро. Суть его очень проста. Каждый ученик, каждый учитель будет иметь лучший доступ к самым лучшим образовательным ресурсам мира посредством цифровых технологий, компьютерной техники. Каждый учитель будет иметь возможность создавать свои интерактивные уроки. И практика показала, что внедрение e-learning улучшает успеваемость учеников на 15-20%. За счет того, что материал изучаемый, он преподносится в такой хорошей, интерактивной форме, более понятной форме. Но e-learning — это не только цифровые учебники и уроки интерактивные. Это еще и инфраструктура информационно-коммуникационная всей системы образования. Когда все журналы будут не бумажные, а электронные. Когда дневники учеников не будут вот такие бумажные, а будут электронные. Когда каждый родитель может с помощью смс-сообщений каждый день получать на свою сотку сообщение о том, какую оценку получил его ребенок по физике там, или по математике. А может, он пропустил занятия без ведома родителей. Вот. Это целая система составления уроков. Все будет автоматизировано при Ленинке. Эти школы уже есть. В принципе, можно сходить и посмотреть, как, что изменилось в этих школах с внедрением e-learning. Но технологии информационно-коммуникационные развиваются очень быстро. Если мы будем внедрять наш e-learning до 2020 года, за это время поколение компьютеров, новых технологий 2 раза поменяется. Поэтому сейчас поднимается вопрос о том, чтобы фальсифицировать, интенсифицировать этот процесс. Идти в ногу с лучшими мировыми достижениями в этом вопросе. У нас есть центр информатизации системы образования. Есть огромное количество, несколько десятков компаний, частных компаний, которые сейчас занимаются контентом, цифровым контентом, которые в конкурентной среде производят эти учебники. Конкурентная среда, самое главное, уже создана. Естественно, качество электронных учебников, в целом контента, будет улучшаться.